Они платят нам большие деньги за то, что мы даем им чувства. Чувства, которые есть у настоящих убийц. Они планируют смерть в деталях, а потом, видя свои сраные идеи на экране, ну... Я думаю, что эти ублюдки получают свои сильнейшие оргазмы от нас, а не от своих жен. Здесь все подробности того, что я хочу увидеть в моем фильме. Вот, возьми. В чем дело, Влад? Выглядишь не очень. Или для тебя это слишком? Откуда эта внезапная жестокость? В последнее время все пытаются меня понять. Ты же был другим. Помнишь, когда мы познакомились? Ты когда-нибудь задумывался над тем, что мы делаем? Нет, а ты? Я просто думаю, что если ад существует, то мы направимся прямиком туда. Найди хорошенького мальчика, но сначала покажи мне его фотографию. Конечно. Если это все, то я могу уйти. До встречи и удачи, Влад.